Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Tower Conquest. Тренировка. Так, забираем наших бойцов отсюда. И опять же их отправляем. Окей. Так, что у нас по ежедневным испытаниям? Награда тигр. Ну, тигр мне не нужен, он прокачан у меня полностью. Так, смотри, у нас тут награды Сунь-Укунь. Так, жнец. Это хорошо, что 22 карточки на жнеца. Ну что, погнали в бой. Противник найден. Так, ну я возьму, наверное, вот эту команду. Мы всегда берем первую самую команду нашу. И первый, кто у нас выступает, это, естественно, фехтовальщик. Его здесь более чем достаточно одного, чтобы разобраться со всеми. Ага. Давай, рви его. Даже ничего не успел сделать. Ну и Джиггернаута. Ну, можно было бы, конечно, не вызывать. Отлично. Так, друзья, ну что же. Давай-ка, наверное, мы посмотрим, где мы остановились. Остановились мы на территории захватчиков. То есть до портала нам еще раз, два, три. Три территории, не считая вот этой. Так, а тут хищнец будет, значит, слизень-морпех. Слизень-морпех, кого возьмем-то? Ну, давай попробуем этим отрядом, так уж и быть. Блин, я вот, наверное, думаю, что надо все-таки здесь слизня-ползуна вот этого убирать из нашей команды. Что-то... Как бы он здесь вообще нам не нужен, по идее. Блин, что-то никого не выпускает. Вышел. Ну, допустим. А вот это вот не есть гуд. Так, вырубаем. Давай этого хламона. Наваливаем. Бу-бух. Он, конечно, Сунь-Укунь дает. Очень мощная обезьяна. Особенно вот этот вот удар его. Когда он залазит на шест, это, конечно, что-то с чем-то. Ну, пробили. Есть. Ну что же, все очень пока хорошо идет для нас, и мы двигаемся дальше. Кто здесь босс? Лорд пустоты. Ну-ка нафиг, я манал, ребята, с ним драться. Давайте-ка возьмем вот эту нашу команду. Топовую. Я помню, мы как-то с тобой забыли взять топовую команду, и нам пришлось этого лорда пустоты своей силой бомбить. И я там чуть не оплошал, ребят. Поэтому сейчас будем делать все немножко по-другому. Угу. А как же без пришельца-то? Как же без этого хламона, ребят? Так, поехали. Ронин, это само собой. Так, вызовем, наверное, прыгуна. Ай-яй-яй-яй-яй, вот это вот плохо. Ну давай этого валим, блин. И, соответственно, пинаем базу. Все. Лорд пустоты, он даже не соизволил вылезти из своей сферы. Одним словом, испугался. Ну что, я с удовольствием забираю этот сундук. Так, охотник за сокровищами. Выполнили мы задание. И у нас нефритовая долина. Так, самурай плюс ниндзя. Самурай плюс ниндзя. Если мы сейчас... А в принципе, что, давай возьмем эту команду.
Так, если я вызову голема. А мне по-любому нужно вызывать голема. Но еще и ниндзю надо позвать. Так, а если мы еще так сделаем? Блин, он еще одного, что ли, самурая позвал? Упс. Е, нам просто, ребят, сейчас крупно повезло, что двух ниндз мы ушатали. Да ты заколебал, а? Давай, ребята, жмем их. Блин, истерик упал. Куда она бомбит-то? Я не могу понять. Уничтожили мой замок. Так, переход. Квест, квест завершен. Соберите бонусов торнадо. Но торнадо нам пока что-то не выпадает, если честно. Значит, тут храмовый пес. Я, наверное, вот эту вот команду возьму. Я возьму эту команду. Так, самурай. Ну, есть, успел. Так, теперь молотильчик. Давай, 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 пропиливай там их всех. И всадник на журавле, само собой. Красавцы, просто красавцы. Кого он мне напугал там? Ты посмотри, а? Палыча моего напугал. Как меня этот самурай раздражает, а? Когда он начинает в истерике там биться. И опять 25. Ребята, ну замок осталось там добить чуть-чуть совсем. Е. Проблематично, всего лишь второй уровень. А столько усилий пришлось потратить. Ну, здесь у нас просто прибавляется черепаха. Сейчас мы разнесем их. В щепки, я надеюсь. Так, ну как же без тебя-то? Как же без тебя, самурай? Давно мы тебя не видели. Так, ну давай всадник на журавле, ты мне нужен здесь. Упал. А если вот так? Совсем другое дело, да? Блин, успеем ли мы? Так, успели. Ё-моё, там черепаха уже вышла. Там уже вышла черепаха со своей атакой. Так, ну-ка давай сюда их все. Хлоп-хлоп, только щелчки там слышны. И опять ниндзя тут. Ну чтоб тебе пусто было, а? Заморозка. Что-то, ребят, не то. Блин, минута осталась времени. Есть. Давай, давай, давай там. И черепаху сразу наказали, которая там вылезла. Видел, да? Чё такая проблема-то, слушай? Забомбить их всех, я не понимаю. Тяжело идет. Так, а здесь у нас копейщик прибавляется. Копейщик, храмовый пес, ниндзя. В общем, все старые физиономии.
Ну и куда ты разогнался? Так, мне нужен паладин. Мне нужен, ребята, паладин. Оп, заморозочку. Блин. Ну куда же ты испугался, побежал? Давай, 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 ниндзю эту. Четко. Слушай, а давай попробуем призвать друидку. Или так справимся, а? Наверное, все-таки так справимся. Но мне бы хотелось призвать друидочку. Да все, им тут крышка, сам видишь. Победа. Так, ну что, куда мы там переходим? На последний этап. А вот у нас и бог ветра. Ну что же, давай, бог ветра. А он, как обычно, ребята, не высунется даже, не успеет. Мне так кажется, что он не высунется. Хотя все может быть. Ну куда ты, псина, побежала, а? Бежит она ко мне. Ну... Давай, 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 давай. На. Черепаха не успела появиться, ее сразу покрошили. Я тебе говорил, что он не успеет выйти. Вот итог. Ну что, забираем награду нашу. Нефритовая долина пройдена. Так, это у нас сакура. В общем, все это прокачано. Ну что, у нас территории, две территории еще оказывается. Территория нежити. Так, чумная мышь плюс голем. Чумная мышь плюс голем, да? Так, если я, например, выпущу в первую очередь голема. Он чумную мышь позвал. Давай, ниндзя. Окей. Сунь-укунь вышел. Нифига он. Сунь-укунь, ты видел, как он разобрался? Чётенько. Ну вот и все. Вот и крышка замку. Так, ну а мы двигаемся дальше. У нас второй этап. Здесь у нас призрак. Блин, это хуже. С призраком, ребят, это хуже будут идти дела. Так, ну что, опять же выпускаем голема, наверное, да? Сунь-укун. И ниндзя. Еще одного голема. Давай, 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 наяриваем. Проще пареной репы, смотри, как быстро. Вот и победа.
Да, неожиданно. Ребята, очень быстро мы разобрались с нашими врагами. Так, третий этап. Ага, здесь у нас служитель тьмы. Служитель тьмы. Он, естественно, будет отправлять его следом за големом. То есть голем, потом служитель тьмы, поэтому нам нужно будет... Блин, а как тут лучше сделать-то? Ух. Нам, наверное, придется выпускать богиню солнца. И желательно быстрее. Надеюсь, поможет. Да, помогло. Ну вот, ребята, и богиня солнца у меня вышла. Ай-яй-яй-яй-яй. Конечно, конечно, уничтожит. Но сейчас все будет немножко по-другому, ребят. Не успел появиться служитель тьмы, как его лучом пробило. Сразу же, ты видел, да? Ну тут безоговорочная победа. Все. Ты выиграл битву, написали. Конечно, выиграл. Так, у нас предпоследний этап. Энергии здесь больше, к сожалению, нету. Слушай-ка, наверное, вот эту вот команду надо брать. Потому что если здесь у него прибавляется этот некро, то против некро у нас только лишь баллист очень неплохо бомбит. Да-да-да-да-да, вот он ее... Блин, призрак же еще, ёк-макарёк. А он прилично наносит урона. Он наносит урона очень дофига. Слушай, а где его призрак-то? Я не вижу призрака. Вот он, блин. Только думал, что он исчез куда-то. Он появился. Давай-давай-давай-давай-давай, родные мои, бомбим. Так, давай-ка я, наверное, клетку выкину. Ну все, победа. Дай сюда карточку. И у нас остается последний этап. Так, кто здесь босяцкий у него будет? Старый воин. Со старым воином тоже, ребят, не хочется слишком долго мусолиться. Поэтому я взял свой топовый отряд, который сейчас начнет тут вытворять чудеса на виражах. Упс. Не про эти чудеса я, честно говоря, хотел и думал. Так, если отражение сейчас работает, то чумнуха сама себя бьет. Нет, не стала она здесь что-то было делать. На тебе, некро несчастная. Пора влуплять. А вот и ураганчик. Ну. А вот, ребята, и вышел. И это беда. Это, ребята, действительно беда. Он сейчас будет все вдумать. И чумнуху. Но у меня есть ведьма. Все, и супер удар накопился. До свидания, шпана. Армия зомби таких. Все. Все, что я хотел, у меня, ребят, получилось. Забираем сундук нежити. Красота.
Так, и у нас последний... Последняя территория. Так, фехтовальщик плюс... подожди-ка. Фехтовальщик плюс темный рыцарь. Успею Джиггернаута позвать? Должен успеть. Пошел, родной. Блин, они сейчас, правда, вдвоем они будут его глушить наверняка сейчас. Отлично, 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 идем. Сейчас еще баллисточку позовем на помощь. По красоте. На тебе. Слушай, ну вообще топ. Вот они красавцы-то у меня, а. Ты посмотри. Все, разносим. Джиггернаут проснулся сразу же. О, что такое, типа? Да вот и то, что мы выиграли. Так, здесь я ничего абсолютно менять не буду. Мне копейщица ни скулечка не напугает. Блин. Интересно, чей интересно будет сильнее, мой или его? Вот тебе и не напугает. Вот тебе, ребята, и не напугает. Обделались по полной программе. Пипец, просто я тебе скажу. Просто пипец. Это же надо было так лопухнуться, а? Да мой фехтовальщик просто меня подвел здесь. Просто меня мой фехтовальщик подвел. Нет, не надо мне. Пока я не пройду, идеально. Я никуда не пойду, не буду переходить. Ну что, здесь щитобот, ну, соответственно, ребята, и молотильщик, это топовая команда. Ну, а там уже, как ты понимаешь, будет на подходе у нас наш паладин. Вот, в принципе, и все. Иди сюда. Стоят там. Выделываются еще мне. Это им месть за предыдущую партию. И месть у нас свершилась. Так, ну что, ребят, третий этап. Лучница. Окей. С ней тоже будет разговор у нас короткий. Так, я, наверное, сразу паладина буду вызывать. А за паладина уже будем вызывать лучницу. Ой, тут и лучницу. Молотильщика, конечно же. И не успела выйти, как ее завалили. Так, отрядик мой двигается. Этот побежал, 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 испугался, блин. Опять лучнице не повезло, опять ее циркулярой пробило. Ну что я тебе скажу, все. Замок здесь просто сейчас будет стерт с лица земли. Против такой армии, само собой, ему не устоять. Так, четвертый этап. Блин, тут бродяга. Твою налево. Ребята, тут бродяга. Что будем делать против этого жука? Ну ладно, если на начальной стадии я могу его как-то джиггернаутом еще вот здесь вот встретить. Допустим. А дальше-то как? Он же сейчас его будет высылать одного за другим.
Есть. Блин, он подбил мне. И опять туда. А нет, смотри-ка, фиг табличку успел он нагнуть. Еще один бродяга идет. О, у меня два джиггернаута. Один все-таки успел отхиляться. Блин, сейчас накажет. Да, баллисточку ему наказал. Так, квест завершен назад. Это за ураганчики, походу, дело, да? Ну вот и все. Забираем здесь награду. В бой. Последний этап. Где мои топовые? Вот они. Будем именно за них играть. Что-то тишина такая. Ага, вышел. Он сразу и лучницу взял. Ничего себе ты, парень. На. Так, доберись, доберись. Замечательно. Ну-ка, оборотень, прыгун. Пошел, пошел, пошел молотить. Правильно, атака. А вот и король, друзья мои, пожаловал. Фига себе, он мочит. Ну, Ронин его подбил. Да, вот тебе и весь, ребята, король. А король-то голый. Так, ну, а мы забираем с тобой награду. Сундук подданных. Это все у меня есть. Призрак, жаба с молотом и башня рощи. 194-й, ребята, телепорт. Уже 194-й. Здесь у нас будет территория роботов. Дальше идет нефритовая долина. Долина подданных, нежить. И все. Раз, два, три, четыре, пять. Окей. Так, а у нас что? А у нас энергии-то осталась только одна, ребят. К сожалению. Ну ладно. Квест завершен. Тактик. Слушай, я, наверное, не успею. И если сейчас он вызовет этого, я не успею, ребят, пройти. Нет, тогда все хорошо. Тогда все хорошо. Так, бомберы наказали. Ну и все, вот и сам замок развалился. Квест тактик. Лежебока, посмотреть три видео. Три видео, лежебока. Эх, ребята, ребята. Блин, ну тут Санта-Клауса вообще, ребята, очень мало. Так же, как и... инквизитора, да? Или как его там? Епископ. То есть нам еще есть над чем пыхтеть и что улучшать. Еще прилично. Так, ну что, ребят, у нас, по-моему, энергии больше, к сожалению, не осталось. Тогда я буду, пожалуй, закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!